Родительский патруль следит за порядком на дорогах. Мамы и папы воспитанников 27-й школы приняли участие в акции, направленной на предупреждение аварий с участием детей. Временным инспекторам помогали сотрудники ГИБДД и волонтеры. Все подробности у моих коллег. Этот нерегулируемый пешеходный переход ведет к школе номер 27. Ранним утром перед началом занятий здесь начинается интенсивное движение. Основной поток – дети и подростки, те, кто больше всех подвержен риску попасть в ДТП. Держите подостовочку и светоотражающий значок, чтобы водитель тебя всегда видел. Такие сувениры получили и те школьники, чьи родители присоединились к профилактической акции. Теперь на своем примере они будут рассказывать ровесникам, как важно быть заметным на дороге и помнить о главных правилах пешехода. Во-первых, когда ты переходишь, нужно сначала повернуться налево, осмотреться, потом направо, потом еще раз налево и потом еще раз направо. Во-вторых, если нету светофора, то нужно искать зебру. А если есть светофор, то лучше переходить на зеленый. Родительский патруль, в свою очередь, призывал к внимательности водителей. С помощью дорожного знака напоминали, что на этом участке стоит замедлить движение. Пригласили нас в группу, и мы, соответственно, с удовольствием откликнулись поучаствовать в этой акции. Я на подобном движении впервые, но я думаю, то, что впредь мы будем участвовать на постоянной основе. Это очень важно для нас, для наших деток. Эта акция проходит не только по инициативе ГИБДД, но и также по инициативе управления образованием. В каждой школе создана подобная группа, которая регулярно дежурит на пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных учреждений. Проблема ДТП с участием детей сейчас актуальна как никогда. Уменьшение светового дня и пасмурная погода влияют на безопасность дорожного движения. И такие маленькие предметы, значки и наклейки могут защитить от большой беды. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.